За что ты любишь своих бабушек и дедушек? Бабушка мне покупает игрушки, конфетки, а деда тоже конфетки покупает. Бабушки с дедушкой самые вежливые на свете. Я их люблю за то, что они есть. За то, что они меня любят. Потому что они мне покупают конфеты и машинки. Они со мной ходят гулять. Что можно делать с бабушками и дедушками? Я люблю с бабой поливать огород, ходить на рынок, гулять с дедой. Тоже гуляю и на рынок с ним хожу. Ходить в парк, поливать цветы, пылесосить. Играем в настольные игры. Мы с бабушкой любим играть за столом моим, играть в куколки. Прятки играть дома. Еще можно играть в догонялки. Расскажи о своих бабушках и дедушках. Бабушка очень хорошая, красивая, вежливая. Дедушка тоже вежливый, добрый. Я их очень люблю. Баба Муртас из Водоверга-Гради. Я езжу каждое лето. Баба Ира в Сарове живет. Я к ней прихожу в гости. Мы играем в настольные игры. Я ей передаю привет. А деда Вова самый лучший на свете. Мы с бабой иногда ездим на огород, поливаем цветочки, собираем урожай. Потом едем домой, начинаем есть суп. А дедушка мой, он любит меня больше всех. Зовут его деда Витя, а мою бабушку зовут баба Наташа. Бабушка Света, я ее очень люблю. Мы с ней едем отдыхать в Турцию и снять Благовещенскую. А мы с дедушкой в второй школе играем в футбол, еще волейбол и баскетбол. У меня есть бабушка, ее зовут баба Тамара. Мы с ней всегда... Она приезжает к нам в гости в Саров, и еще мы с ней вместе печем пирожки. Девушку зовут деда Валера. И еще мы с ним, он у нас всегда шутит и щекочет.